меня как обывателя, просто как человека со стороны. Есть ли у тебя какой-то... Данил, а с 70-ми фары одинаковые, да, если не ошибаюсь, с 70-м кузовом? Самое время, а вот это мачко, разные, одинаковые. Ага. Так, первый гоночный капотиком. Рядная шестерочка. Давай, ларец не открывается.
Очень весело бывает. Ну что, друзья, нам пока музыка, 5 минут и начинаем. Спасибо. Это он только колодки просто включил. Сейчас я выхлоп сделал. Так, ну что, друзья, в прошлом году мы проводили... А есть вообще люди? Давайте вот с этой части. Есть, да? Есть. То есть все те, кто не понимает, друг, это новые люди, правильно? Кто впервые на Tuning Open Fest? Вы не видели? Газовать очень долго. Так вот, выбирали мы самый громкий выхлоп следующим образом, просто на слух. Просто аплодисментами и людей из зала. В этом году мы делаем все по науке. У нас есть Леха Шоп. Опа! Шумомер. Да. Настоящий. В руке у Алексея на самом деле толщинометр, но он думает, что это шумометр. Его обманули. А что, его не так, что ли, надо применять? Нет. Вот эту штучку открутишь, и все, и пошел. Снимай бэкстейдж. Ну что, друзья, у нас есть шумометр, и именно с помощью этого девайса мы будем сегодня определять, кто у нас самый шумный, самый дерзкий, самый резкий, но желательно, чтобы не самый длинный, потому что хочется домой уехать здоровым. Ну что, давайте еще раз познакомимся, так как мы здесь все новенькие, практически все, давайте познакомимся с нашим первым участником, он сейчас представится, как его зовут, откуда он приехал, первый ли раз он здесь. Друзья, давайте аплодисментами встретим нашего первого участника. Привет. Как всегда, сгрудут одежки, да? Хорошо, давай, рассказывай, кто ты, что ты, что, на чем, как и... Друзья, приветствую, зовут меня Марат, это команда «Плеяль-1», доработал я на 500 сил, вот, приехал я вместе с моими друзьями в «Энзлен», вот, первый здесь. «Энзленки», знаем. Да. Вот, самый красивый. Держать прям непосредственно трубы, конечно, во-первых, руку оторвет, и он сразу будет весь в масле. Мы давайте сделаем так, вот, один мой шаг, и с этого шага мы будем измерять расстояние, вот таким образом. Леха, ты беленький, ты прям как знал, что будешь замеряться, да, сегодня? Ну... Давай черненькому предоставишь. А, ты так хочешь? Окей. Да не, у нас он уже работает, друзья. Все по-честному. Также для всех участников сейчас скажем, что даем буквально...
Спасибо тебе большое. Смотри, смотри. 99. Нет, стоп. Маратик, стоп. Слушай, а вот так вот будет класс, на самом деле, если отсюда. 123 есть холм. Сейчас нас учить будут. Я просто не раз тут толщинометром не мерил. Да, ну вот, там было 120. Окей. Марат, давай еще разок. Маратик, давай, не уезжай еще да, разочек. Да, все-таки я с трех шагов там, что мы все... был максимальный результат. 128,4. 128,4. Пока это лидер на данный момент, друзья, из четырех участников. Не зря ты ехал, я тебе скажу. Слушай, а что ты чувствуешь, когда ты держишь руку здесь и под капотом такая мощь? Печет в груди. Печет в груди. 28 градусов, друзья. Спонсор сегодняшнего печенья в груди. Сегодня вам отдельное спасибо. Победитель! Увидимся! Победитель! Парни, вы знаете, да, что это за тачка? А? Вас он стреляет огнем? Да. Да? Наверное, а погодите. Давай. Посмотрим. Просто класс. Они по подъездам стреляют, как остальные. Как мы с тобой, да? Да. Да. Сережа, на какой машине ты приехал? Машина низкая. Удачи вам! Просто столько любви вложено.
все ровно, окей, тогда пошли. Хорошо, там калькулятор прав стоит, давай. Итого? 122. Вот, на одну. А, не, 122. Да, мы, значит, записывать не будем. 122, 126. Друзья, давайте поаплодируем. Счет 88 год. Это вкусно, это и выглядит классно, и звучит вкусно, и благородно. Что мне нравится, собственно, в американцах. Итак, друзья, по традиции, значит, дорожку проехать, Диме сразу направо. Ребятки, аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Старая добрая боевая жучка. Поехал! Я по тебе скучал. Ну что, давай познакомимся с нашими зрителями. Кто-то откуда, на чем приехал, чтобы кому-то коротко. Сейчас в течение всего мероприятия мы будем рассказывать, что вас ждет, какие активности.
чем вы можете сами лично, как просто гости, принять участие и получить свои подарки и призы. Алёха пошёл отдыхать.
И волосы, и машины, и джинса, и вообще круто. Сколько? 30-го? Да, это была реклама. С
мы никогда не попытались доверять без мудрости. Ушел из автобуса, я хотел узнать, а у меня нет много бубил, но пусть меня не зацепило. Я не мой зверь, я не жалею, хочу быть тобой, жить, я шел и танцую. Может, я нравлюсь, не говорить о мамы, где тебе безбудно, что не видишь, я А
Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умереть был ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны сольют тебе петлю. Весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Имея ни день не хватит сил, но я ее любил. А локоны сорвут тебе петлю. Sweet Valley.